važiuoju pro šalį, man ėjo mintis prasikabinti, vo dubį ir... Таб, да. И вдруг я ехала на телеге с поля, и вдруг мне захотелось съесть песка. Ну, и посисено, ну, я набрала горсточку песка и попробовала. Накти еще из 300 метров иду в баугу мешке, бет вистик поселксу сейлес. Сейлес, ва. И пожурите, как пождобовал. Посмотрите, какая у меня диета. Я сейчас ем только во. Песок. Посмотрите, вот какой песок. Ага. Скажи мне, вы его где собираете? Где-то там у себя на берегу моря или где? А, Рянкус, давгёсиш савино свит. Собираю дома, вокруг дома. Где я найду, да. Там и собираю. Давайте посмотрим, как вы это делаете. Внимание. Вот как-то ехали мы с сыном нашу корову доить. И тут я смотрю, во враге песок какой-то уж прям очень красивый. Но я и решила его попробовать. И оказалось, что тут он очень вкусный. С тех пор я стараюсь только здесь его собирать. А еще бывает, что попадаются в песке разные корни, там растений, деревьев, вот такие, видите? Но это ничего, вообще не проблема, потому что можно прожевать и проглотить. А если у меня начинаются проблемы, ну, там, с пищеварением, я просто ем побольше песка, и все проходит. А ну-ка, сынок, возьми, попробуй. Ой, я не могу это проглотить. Как? Да, я даже не знаю, как это можно есть. Сколько песка нужно есть в день, чтобы худеть? Весапка пошла и котор. Надо есть песок, когда хочется. Так, давайте сейчас всем нашим гостям. Я вижу, Лена во Франции такого никогда не видела. Давайте сейчас принесем, угостим всех. Прямые поставки. Раньше были только шпроты. Не стесняйтесь, угощайтесь. Так. Он какой на вкус? Я просто сейчас... Покаштовочек. Выпрашиваем покаштовочек. И лобогера я... Кто хочет еще песка? Я очень хорошо себя чувствую. Угощайтесь. Я ем по килограмму или по 2 килограмма. Как на галю. В день. Так, а что худые берут? Давайте, кому худеть надо, что вы тут расхватываете? Посмотрите, как это вкусно. Да, вы... На галю. Я не чувствую голода, когда поем песок. А что с ним делается? Потом он куда выходит? Как он? Что с ним? Он просто уходит, в желудок уходит, да. И все, в порядке. Не готовы? Да. Нет, не готовы. Не могу. Посмотрите, вот. Вот, видите? Все прекрасно. Ваш сын рассказывает про вашу диету. Внимание на экран. Я вообще-то очень люблю покушать. Картошечку, блинчики, супы разные. Не понимаю, почему мама ест песок. Она считает, что это отличная диета. Я помню такой случай. Как-то мы с мамой ехали на ферму. Она вдруг спрыгнула с телеги и пошла пробовать песок из ямы. Мне все равно, что она ест. Главное, чтобы она чувствовала себя хорошо. И я вижу результат. Она действительно расцвела с тех пор, как стала есть песок. Корректный вопрос был. Да, конечно. Наверное, и мне, может, не интересно, я думаю, всем здесь находящим интересно. Вот, а как вот вы ходите там вот по своей нужде, там вот мне просто, знаете, я просто понимаю, ну как анатомически. Из чего состоят это... ваши фекалии? Вот что вы видите, когда вы... Так вот я переведу вопрос. А ишматас мона буда умщал дар приждвилека мяту мона жарнинс был ишматас пуля дрябучая. Сейчас все в этом плане у меня так прекрасно, как никогда в жизни не было. На что похоже? Что это? Пюрешка, сосиска. Такая же красивая, как ваша рубашка.
такого же цвета голубого, как рубашка, все в порядке. Вот этот... Надо... Усымаешь, только дедесный стеклен. Вам нужно помешать с водой такой стаканчик с песком и тайно выпить. Вот я его и усушу. Да, господин ведущий, попробуйте, пожалуйста. Ярвись послабчом. Скажите мне, вот если наша героиня захочет есть песок, что она будет чувствовать в первые дни? Сначала вам надо пить будет побольше воды, и если вы будете есть песок, у вас не будет аппетита совсем. Это самый главный секрет, что мне не хочется есть.